Все, я наелся, напился, хвост баранкой завелся. Что, макака, чтобы у тебя хвост был? Так если бы это была другая серия, не твой бы канал, там было бы вместо хвоста другое слово. Не надо нецензурных слов на моем канале. Кстати, пока мы шли по крепостной улице, дошли практически до ее начала, но мы пропустили одно очень интересное место, поэтому сейчас мы идем обратно. Ты что, обалдела, что ли? Часовая башня за моей спиной. Ну, часовая башня и еще одно очень интересное место, в которое обязательно нужно зайти, пойдем. Интересное место кому? Интересное место всем. Ну, если всем, тогда в бой. Слушай, реально там, наверное, интересное место, раз ты туда так скачешь. Мы подошли к тому месту, к которому стремились. Это лавка стеклодува. Наверху вы видите витраж ручной работы. А сейчас мы пойдем внутрь и познакомимся с ее хозяином, который сам занимается этим хитрым ремеслом. Итак, включение. Где мы находимся? Алин, куда мы пришли? Мы попали в магазин абсолютно бесполезных и дорогих вещей. Понятно, почему бесполезных? Ну, можно прожить? Это же... Слушай, гениально. Зубной кабинет, не колбаса. Кстати, гениально. Если без вещи можно прожить, то она бесполезная. Абсолютно. Причем ни один парень здесь не терял сознание при виде сережек и перстней. А где за сережки не пишут? Здесь, сзади. Вы настоящий парень, вы даже... Слушай, точно. Неплохо, неплохо. А я знаю, что здесь... Ну, не то, что знаю, а читала, что у вас есть сертификат почетного гостя города Выборга. Есть такой? Вы прямо в корень смотрите. Здесь... Можно даже самому заключенным поставить себе печать первую выборгскую. Вот она. Первую выборгскую печать. Почетная грамота господину подтверждает факт посещения города Выборга, дает ее обладателю право называться почетным гостем. Вот так. Вот оригинал этого документа, это торговые права, выданные на шведском языке Выборгу. 403 год, это в августе, 19 августа, подключают день города Выборга в этот день. Вот видите, город каким был? Он был весь ограничен стеной от башни к башне. Вот круглая стоит, вот замок. Все сохранилось. Единственное, осталось башен очень мало. Часовая она вот здесь вот на горе. Да, нам еще и предстоит найти сейчас. Она в лесах. Круглая. Круглая в лесах. В лесах строителя. А это у нас назывался город Рогатой башней, Рогатой крепостью. Угу. То есть не было похожих башен, но между всеми были стены. И взять ее было как-то... Так я так понимаю, Петр Первый же отжал у финнов, да? Конечно. Давно это было? У шведов. А, у шведов, точно, у шведов. Финны как государство начали существовать. Не сразу. Как вас зовут? Анатолий. Чусик. Очень приятно, а вас как? Я по-прежнему Константин. Константин. Все еще Константин. Скажите, а если у вас лавка стеклодува, это вы сами прям дуете? Мы здесь занимаемся стеклодувательством людей. А, вот оно что, почему стеклодува. До тебя только дошло. Только дошло. Я думаю, сейчас придут и покажут, как стекло дуть, бутылки там, все дела. А тут, оказывается, стеклонадувательство. Самое сложное ведь не сделать. Согласен. А впарить. Я с вами полностью согласен. Не умеешь впаривать, не открывай магазин. А сколько? А, кстати, да, вот это мудрая вещь. Золотые слова. А... И сколько тут что стоит, а ну, вот чтобы написано, реально впариться? Вот написано. Кулончики. 500. Даже делаем из буранского стекла. Вот максимальное изделие выдувное, которое мы можем себе позволить. Вот реально мы здесь это делаем. То есть это вот наш рабочий инструмент. Делается на острове Мурана с 1923 года. Вот она обожжена, то есть горячее стекло выдувается, как мыльный пузырь. Ну, вот просто у нас не промышленное помещение, поэтому изделие... Только маленькие, да? Да, вот здесь даже выдувной чайник. На самом деле стеклодув не я, моя жена. Это я удачно женился.
Так, ну, надеюсь, если у нас... Я вам покажу, а тут так и не узнаете, что такое сейчас температуру вдруг проверю. Вот она, тайна. Там заходите ближе. И чё, эта бутылка расплавилась, что ли? Дайте вашу холодную руку. Теплая? Пожалуйста, заходите без повода. Привет супругу. Ничего себе. Я вам покажу сейчас, как делали тарелки в средневековье. Это Густав Ваза, шведский король. Так вы все-таки здесь... Горячая роспись стекла, это я делал. Здорово. У вас прям семейный подряд, да? Ну, как сказать, сложно. Просто мне это нравится больше всех в нашей семье, поэтому я здесь 7 лет подряд. Они когда хотят... 7 лет уже? Ого-го. А расскажите еще раз, где мы находимся, что вот это вот за интересное слово? Да, то наш, чтобы ютубчик нас не накрыл, мы начали неправильно, с музычки. Зашли, тут все играло. Поэтому надо опять сказать снова, мы уж вас помучаем. Подвал 16 века. Сводчатый. Бывшая восточная крепостная стена, которая была, с которой соединила круглую башню и башню ратуши. За этой стеной больше никого не было. Там скала, бешеных орков, стада и комары. Угу. Больше вас там ничего не ждало. Но в путеводителе 17 века, есть шведский путеводитель, написано, что на углу восточной крепостной стены и крепостной улицы, которая идет от замка, мирно трудились. Кожевенник со своим вонючим производством, дубления кож никогда не было приятным на вид и на запах. Аптекарь со своими грядками, где он свои травки выращивал. И двор стекольщика. Людвиг Труцгельц был здесь в 17 веке, был целый двор, но не именно в этом подвале, а вот локально мы очень близки к этому месту. Мы решили продолжить традицию. Да мы узнали об этом год назад. У нас это было открытие. Наш коллега, краевед из замка, он просто взял и принес нам переведенную статью. Мы под впечатлением до сих пор. Какая-то преемственность получилась. Осталось только по соседству аптекаря и кожевенника. Аптекарь был гораздо дольше. То есть это буквально вот на углу этой крепостной и Красноармейской улицы долго была аптека при Финах. То есть здание сохранилось. Но здание, скорее всего, будет под снос. Аптека была очень долго. То есть вот эти пузырьки аптечные, возможно, оттуда. Потому что сейчас вот здесь у нас была серьезная аптека, и парфюмерию делали в Выборге. А это вы нашли где-то, да? Это мне коллеги принесли, у нас в Выборге тут полно. Пойдешь картошку копать. Да. Что не клад, то птичный. А я здесь собираю, это вот все не новое, это все старое. Как не продается. Ну, если люди сознательны, то в аптеке сказали, что раньше сюда сдавали крупные анализы. Понятненько. Поэтому использовать другим назначением не хочется. Отбиваю желание вот у всех, кому нужна эта банка. Вот согнулась не от времени, а как прототип, знаете, Жан-Поль Шане вино с пальцем, который склонил голову перед королем. Ну, криворукий стеклодув должен был как-то объяснить свою. Я такой же. Это называется соблюдение живой линии в изделии. Видно, что мастер либо чихнул, либо почесался. Ну, что, когда изделие своим перфекционизмом не укоряет смотрящего, ну, то есть сразу изделие идеальное, говорит о том, что вы безрукий. Ну, вот вы смотрите и начинаете неловкость чувствовать какую-то. А когда в изделии видно, что и я бы так смог, и вы чувствуете, что... Вы чем-то близки. Он такой же, с такого же теста. Он тоже был пионером, например. Раз, и все, и сошлось. Вот так сохранение живой линии приводит к феерическим продажам. А кто чаще всего заходит? Русские, финны? Я вам расскажу аллегорию про финского туриста. Давайте. Вышел из дремучего леса лось. Почесался рогами под опору лэп и зашел обратно. Просто у них целевые задачи. Бензин дешевле, еда... Спиртное, а искусствоведы как бы в этой части границы не водятся. Это редкие экземпляры, и то со шведскими корнями. То есть просто финны как-то... Эта часть границы была безлюдной, пока Россию не открыли. Поэтому на 20 питерских спасибо.
Угу. Есть только одно московское, дайте уже что-нибудь куплю. Вернемся опять к нашим стеклодувам или стеклонадувам, как вы сказали. Стеклонадувателям людей. Стеклонадувателям людей. Ну, здесь только есть смелое решение на всю страну. Никто не может себе позволить сказать правду. Я говорю людям правду. Это так и есть. Если кто-то найдет маги дороже 500 рублей, здесь будет написано 600. Я ради имиджа просто... Вы перебиваете. Мне нет смысла щеголять нищетой. Ну как так? В бане никто не хвастается, что у него самый дешевый магнит. Вы представляете, ну что за хвастовство? Хвастаются, и как ты только скажешь, у тебя самый дорогой магнит, значит, у тебя все остальное нормально. Имидж. Вон, смотрите, подводная лодка. Учился в корабелке. Могу себе позволить сделать нормальный батискаф. Белый сабмарин просто отдыхает, мебель ручной работы. Все по аутентичным эскизам с витражом. Адрес-то какой? Мы где находимся? Ой, вы находитесь в городе Выборге, я вас удивляю. Точно. Это уже многое объясняет. А то сегодня встал, где я нахожусь? Ну, понимаете, в праздники можно себе позволить, и вас не сильно будут осуждать. Вот это культовая шапочка. Крепостная 22А. Угу. Никогда по карте не найдешь. В Яндексе не позволяют записывать этот адрес почему-то. Надо найти кафе «Сова». Делаем рекламу. Прекрасные люди, они больше меня здесь просто находятся. Когда зарплату получили... Так чуть-чуть палачат. Да, сегодня белые, завтра красные. Все классно. Власть сменилась. Взялись за вот интернет-прокачку себя. То есть моя супруга в Инстаграме сделала группу. Она родила мне сына. То есть наше стеклонадувательство привело к... В общем, 10 месяцев белку. У нас их пятеро, поэтому как бы... Пятеро детей? Слабаки. Молодцы сидят, какие, а? Слабаки сидят в интернете, а сильные в руках. Вот такого я еще не слышал. Поэтому вся эта толерантность по отношению я еще не готов. С рогами можно гороться только количество наших граждан. Это да. Ну, как можно по-другому? Конечно, все здесь, все приходят, все научены. Ну, что можно сказать? Хотим поздравить вас с Новым годом. Желаем успехов в развитии вашего бизнеса. С наступающим вас Рождеством. Чтобы у вас с наступающим Рождеством. В общем, желаю вам, чтобы вы еще тут 7 лет сидели и после... Хороший срок. Да, и... И чтобы удачный ваш был бизнес, побольше как бы хороших покупателей, дальше расширились и переехали прям в самое центровое. Хотя тут и так центровое место самое. У вас американские корни образования. Не дай бог. В нашем деле, в ремесленном, любое развитие приводит к увеличению затрат. Да. Мне не так много надо. Я раньше, как цыган, ездил на разные выставки. Говорил, купите. Теперь. А вы время работы мое видели? Я работаю с тех пор, как высплюсь, и до морального моего удовлетворения. То есть вы меня можете не засадить, это значит, что у меня все хорошо. Если не беру телефон, значит, я где-то за границей. Поэтому, если вы меня здесь застали, значит, мне просто не хватает денег. Весь смысл этого мероприятия связан с тем, что как можно меньше взять площадь и превратить любой магазин в пункт приема денег. То есть гигантизм ошарашивания, удивления людей, ну просто сдуваются магазины один за другим. Вот это, кстати, отличный бизнес-совет. И на самом деле нужно открывать бизнес не для того, чтобы сначала зарабатывать деньги, а для того, чтобы приносить пользу людям. Вот здесь польза людям очень, я думаю, будет принесена, потому что на самом деле, да, удовольствие себе, здесь интересный магазин. Мне здесь нравится больше, чем вам, я вам скажу. Вот, поэтому вы здесь дольше, чем мы находитесь. Мы только... 20 минут, а вы уже 7 лет. Вам реально больше нравится. Я даже здесь с плесенью договорился, понимаете? Вот она говорит, это, кстати, да. Мне еще срок надо тут быть. 7 лет мне тут надо еще отмотать. А ты начинаешь кирпичами кидаться. Видите, тут немножко отжало. Но, скажем так, это уровень подвала сейчас, кажется. На самом деле там еще 5 метров. Мы на скале находимся. Если с той стороны зайти, то дом... с подвалом, они висят в воздухе, то есть это как бы естественный выступ в скале, в скальных породах. И Выборг весь устроен, либо скала, либо мягкая часть, то есть земля. Землю выгребали, строили погреб, например, потому что не было технологии борьбы со скалами такой простой. Представляете, надо шурфы сверлить, потом заливать воду в деревянные чопики, они разрываются. Да, расширяются, естественный процесс. Никто там не взрывал, никто ничего не знал, то есть... Китайцы со своим динамитом еще не пришли.
Угу. Порохом, точнее. А это был раньше уровень первого этажа, то есть это все наносные слои. То есть то, что вот мы здесь видим, был вот эти вот 1.5 метра, за 300 лет легко. Пойдем дальше путешествовать по городу Выборгу. Вам еще раз передаем большой привет пламенный и удачи. Счастливо. Пока. Желаю вам экономической независимости от ваших желаний. Согласна.